Овны, лучше не предпринимать ничего важного. Этот день требует осторожности во всем, даже если вы занимаетесь только привычными, хорошо знакомыми делами. Есть риск сделать ошибку, исправить которую быстро не удастся. Тельцы, благоприятный день, возможны приятные сюрпризы и удачные совпадения. Не исключено, что вы найдете способ воплотить в жизнь то, что давно задумали. Близнецы, день не самый благоприятный, но плодотворный. Если вы действительно захотите воплотить задуманное в жизнь, то ни перед чем не остановитесь. Раки, старайтесь держать себя в руках, что бы ни происходило. Самообладание сейчас чрезвычайно важно, особенно для тех, кто запланировал на этот день важные встречи. Львы, вокруг могут царить суета и неразбериха, но вы сохраните спокойствие. Именно это позволит принять правильные решения и избежать ошибок. Девы, нелегко поладить с окружающими, вам нравится руководить и отдавать распоряжения, а вот прислушиваться к чужому мнению не всегда удается. На вас могут обижаться те, с кем вы прежде отлично ладили. Весы, трудности и проблемы не исключены, но не стоит принимать их слишком близко к сердцу. Ситуация вскоре изменится к лучшему, вы найдете способ справиться со всеми испытаниями и осуществить то, что давно задумали. Скорпионы, день будет довольно сложным, чтобы достичь нужных результатов, нужно много терпения, а им вы сегодня похвастаться определенно не можете. Стрельцы, вам предстоит многое сделать, успеть все будет не так трудно, если вы займетесь чем-то полезным с самого утра. Лучше не откладывать и важные встречи, даже если они не слишком приятны. Козероги, умение ладить с людьми помогает в решении многих вопросов. Будет шанс получить какую-то полезную информацию, научиться тому, что вскоре пригодится. Водолеи, день сложится неплохо, если вы не будете ожидать от него слишком многого. Чтобы избежать конфликтов, проявите снисходительность к слабостям окружающих, не требуйте от них невозможного. Рыбы, первая половина дня пройдет спокойно и приятно, вы не станете волноваться из-за пустяков, быстро решите вопросы, возникшие в последнее время.